И еще о дорогом. Вот это ДТП в стиле Формулы-1 у Белого дома в Москве. Видео прислал наш гражданский корреспондент. На Краснопресненской набережной на огромной скорости Ламборгини пошел на обгон. И вот водитель спорткара не справился с управлением и врезался во внедорожник BMW. В результате столкновения Ламборгини отбросило в сторону, и автомобиль ударился в отбойник. Серьезно пострадала пассажирка спорткара.